Какая погода для вас оптимальная? Градусов 25, когда солнышко на душе хорошо. То есть такой день, как сегодня, вам не очень? Ну, чуть-чуть грустится. Нормальная погода должна быть. 25. Сегодня прохладно довольно. То есть так вам не очень нравится, как сегодня? Пасмурно, смуро. Не хотелось бы, чтобы такое лето было? Конечно. Лето должно быть яркое, веселое, теплое, чтобы можно было искупаться. Лучше пусть тепло, пусть лучше жарко. Сухая и теплая, потому что я астматика. То есть, а вот как сегодня? Дыхаюсь, дыхание тяжеловато. Вот сегодня тяжеловато, да? Тяжеловато, да. И когда вот выбросы, я чувствую все. Такая нормальная. Вот как сейчас? Да. То есть, когда жара не особо? Да, не особо. А почему? Потому что жарко. Ну, а лето же на то и лето. Ну, может быть, кому как, не знаю. У природы нет плохой погоды, поэтому любая погода для меня – это есть норма. То есть то, что сегодня немножко прохладно, а хочется тепла, такого нет? Да нет. Ну и было же наоборот, когда слишком было тепло. Вернее, когда должно быть было бы прохладно, было тепло сильно. Ну, весна, лето, радость, мне кажется, это любая погода должна быть в радость. То есть у вас настроение никак не портится от погоды? Нет.